когда здравствует вечерний пасу, мы на Ратхаус Плац. Это ратуша, вот это вот красное здание. Я ходила в Ausländer Amt подавать документы регистрации в городе. Вот Оберхаус. Ну, короче, у нас тут резко похолодало и стемнело. Прям буквально за полчаса. Это офигеть. Такой бубак стал. Идем? Угу. Вот. Сейчас идем назад к ЦОБу, потому что автобус ждет 15 минут. А мы к этому времени забубеем нафиг. Хотел Вильдерман. Тот самый. Вот. Идем на маленькую улочку. Та-дам, все в огнях. Вот. Тут еще цветная плитка проложена. Местами. Опять же темно, а камера слабо ловит. Ну ладно. А всего лишь 5 часов ровно. Можете себе представить? В 4 было светло. Капец. Это такая небольшая улочка от Ратхаус Плаца к ЦОБу по центру. Считай, по центру. Такая красота. Вот он, этот Оберхаус. Мы сейчас туда пойдем. Че, идем? Да вроде нет никого. Мы доехали до Ратхауса, до Ратхаус Плаца, так сказать. Сейчас идем прямо к пересечению трех рек. Поздно добрались, чтоб его. Сейчас уже еще 5 часов вечера нету, но уже очень темно. Короче, это очень известное место, где сливаются три реки. Оттуда у нас идет Ин, оттуда Ильц, насколько помню, и отсюда Дунай, да? Вот. Этот, который красотень, и что-то только что было очень тепло, уже у меня мерзнут руки и очень сильно. Люди бегают, всем мостам. Тут, короче, что-то, что ничего не видно, как всегда, как всегда. Но зато вот мы стоим в очень известном месте, вот как в основном мире скрываются три реки. И у нас бубак. Пока. Все равно темно, ничего не видно. Короче, вот только что русские прошли. Русские они везде. А у нас тут пересечение трех рек. Одно из самых известных мест в мире. Про него, правда, никто не слышал, но это не важно. Настя, тебя ни черта не видно. Но это не важно. О боже. Это можно на Хэллоуин выкладывать. Да. Зато Оберхаус как светится, очень классно.